Домик модницы Синди можно узнать издалека. В нем все так мило. Чем же заняться? Попить кофе – хорошая идея. Заодно поиграю с песиком. Хороший мальчик, Тедди. Питомец придумал, как развлечь хозяйку. Шкафчик с игрушками. Упс, не та дверца. Милашку засыпала тканями. Ничего, сошьем из них наряд. Чудесные розовые ткани и воздушный фатин. Тедди принес иголочку. Стягиваем фатин в сборку. Милые сердечки. Нарезанные лоскуты ткани превращаем в пышные складки. А пушистые помпоны похожи на шарики ванильного мороженого. Украсим блузу бантиком. А вдруг станет прохладно? На этот случай с тобой будет шубка-болеро из эко-меха. Кружевная тесьма и жемчужинки украсят рукава. Стрейчевые чулочки дополнят образ. Добавим на туфельки мягких зайчиков. Покрываем глиттером, так-то лучше. Глазки-бусинки, носики-сердечки. Бантики с миниатюрными сладостями – милота. В гардеробной Синди едва хватает места вещам. Неудивительно, она обожает шопинг. Тедди, малыш, поможешь мне одеться? Песик всегда рад притащить обувь. Эти зайки похожи на мягкие игрушки. Наденем гольфы, туфли на каблучках. Ох, наконец я готова! Кэрри – полная противоположность Синди. Она любит одеваться неформально. Начнем с рукавов из полупрозрачной сетки. Четыре детали превращаются в кроп-топ. А юбка из эко-кожи делает образ дерзким и трендовым. Не хватает аксессуаров. Точно, пояс. Кольца и цепи – крутые акценты. Черно-белые гольфы перекликаются с обувью. Яркие волосы, монохромный лук и необычный макияж – это все о ней. Наша героиня еще спит и наверняка видит во снах мрачные сказки. Упс, кажется, из аквариума опять убежал тарантул. А, он заполз на хозяйку! Ха, всего лишь разбудить, ведь они хорошие друзья. Доброе утро, дружок. Разбудил меня. Спасибо, сегодня очень важный день. Еще бы, панк-девушка готовится к первому выступлению на рок-сцене. Возвращайся домой, малыш. А я пока обзвоню всех друзей. Вдруг забудут прийти. Алло, Сью, посвящу тебе пару аккордов. Наша модница устала после насыщенного дня. Самое время немного подремать. Надеваем маску для сна и вперед в царство дивных снов. Синди снится, что она парит в облаках. Так легко и немного щекотно. А вокруг летают любимые сладости, словно маленькие спутники планет. Проснувшись, она была так вдохновлена, что захотела сделать себе прическу со сладостями. Ура-ура! Время экспериментов! Завяжем резиночки с бабочками. Ой, сколько сладостей! Пончики, тортики, кексы, посыпки и печенье. Вкусняшка! Милашка Синди села за туалетный столик поправить прическу. Вау, фэшн-карусель! Буду мерить очки, сережки и все по кругу. Девочка-панк обожает украшать свое тело. Сегодня она зашла в гости к подруге в тату-салон. Привет! О, Кэрри, с чем пожаловала? Хочу вот такое и это. Не вопрос. Мастер тщательно помыла руки и приступила к делу. Вставляем в уши серьги-булавки. Пирсинг-обманка в губу и бровь. Класс, мы справились, молодцы! А теперь переводные тату. Кэрри любит минимализм, геометрию и ночь. Из миллиардов звезд несколько расположились у нее на руке. Спасибо, я в восторге. Буду ждать тебя. Из старой повязки для волос получится удобная сумочка. Отрезаем нужный кусочек, складываем пополам и приклеиваем молнию. С цепочкой через плечо сумка выглядит просто супер. Милашка собирается на прогулку. Прихожие, гардеробы, совсем запуталась. Где же оставила сумочку?
Вот же, нашла! Это ее любимый аксессуар. Еще бы, в него помещается все необходимое. Фотоаппарат, пара роликов и, конечно, любимый песик. Да, собралась, уже бегу! Палочка от чупа-чупса превращается в футляр помады. Внутрь поставим стик-зубочистку и окрасим в черный. Упаковка переливается сиянием. Кэрри практически собрана к рок-сцене. Все продумано до мелочей, а завершит образ лаконичная черная помада. Ха! Прямое цветовое попадание! В старых туфельках никто не хочет ходить, лучше ездить. Покрываем обувь серебристым гритером. Помпоны и бантики снова на обуви. Это так в стиле нашей сладкой модницы. Подвязываем к ноге на атласные ленты. Выглядят так изящно, словно пуанты на колесах. Синди – настоящая профи. Ее трюки на роликах подобны танцам. Легкие, но точные движения. Ох, загляденье! Милашка села за свой скутер, нажала на газ и поехала в любимый парк аттракционов. Здесь есть отличные площадки для катания. Синди присела переобуться в ролики. Неужели проложили новые дорожки? Идеальное покрытие. Можно делать любые па. Даже песик с удовольствием скользит по гладкому полу. Все счастливы и довольны. Старая куртка из эко-кожи, не спеши отправляться в мусор. Кэрри давно хотела новый рюкзак. Теперь ее мечта исполнится. Пару лямок через плечи, и рюкзак готов. Шипы прекрасно помогают избежать скопления людей. Даже в автобусах уступают место. Кэрри оттачивает удары на груше. Так увлеклась тренировкой, что едва не прозевала свой концерт. Куда же запропастился рюкзак? В комнате хаос, вернее, творческий беспорядок. Но как найти рюкзак? Под диваном нет, в шкафу нет. Паучок, ты не видел его? Ауч, нашла по острым шипам. Пару аккордов для разогрева пальцев, и будущая панк-звезда готова взойти на Олимп славы. Синди так увлеклась катанием, что нечаянно врезалась в друга. Ой, извини. Ничего, ты сама как? В порядке, почти не болит. Друг хотел удивить милую девушку и подарил ей мягкого медвежонка. Вау! Спасибо, колено уже совсем не болит. Отрезаем кусочки деревянных шпажек, наматываем ленточки и завязываем на бант. Мягкая шерсть так похожа на сахарную вату. Воздушные облачка клубничной и ванильной ваты порадуют любого сладкоежку. В парке делают сладкую вату. Как же хочется ее попробовать! Колин заказал сразу две. Это точно поднимет Синди настроение. Ваш заказ готов! Колин поблагодарил продавца за облако на палочке. Теперь можно угостить Синди. Ммм, как вкусно! Лучший перекус в хорошей компании. Фанерные заготовки гитар скоро заиграют новыми звуками. Окрашиваем корпус в синий, а гриф и бока в серый. Наводим контуры и подвешиваем на ремень с цепочкой. Эта модель гитары – один из лучших экземпляров, а усилитель разнесет звук на весь район. Какое же наслаждение прийти в магазин музыкальных инструментов. Правда, здесь редко можно застать тишину. Панк-героиня выбирает самую крутую гитару. О, да, это любовь! Опробовать звучание можно прямо здесь. У вас однозначно талант, а гитара его раскрывает. Спасибо, мне сейчас важна поддержка. Беру. По рукам. Старый брелок превратится в профессиональную камеру. Окрашиваем в розовый цвет. Осталось обвести контуры и повесить фотоаппарат на ремешок. И вот начался концерт. Ура! Собрались все друзья. Руки выше! Сейчас будет настоящая музыка. Кэрри играет свой легендарный хит. Публика в восторге. Синди с другом тоже пришла на концерт и зажигает больше всех. Милашка хочет запечатлеть все важные моменты на милую розовую камеру. Упс, кажется, она снимает целый репортаж на память.
Выбираем цвет и сминаем пластилиновые шарики. Посыпаем сахарным глиттером и перемазываем начинкой. Макароны удались, как из французской кондитерской. В подарочной упаковке сладости выглядят еще вкуснее. Синди сидит и ностальгирует о лучших моментах концерта. «Ой, Синди, можно и мне макарон, плиз?» «Конечно! Кстати, Кэрри, некоторые фото уже можно посмотреть. Взгляни, мы получили здесь как сестрички!» Девушки так увлеклись просмотром фото, что даже забыли о любимых макаронах. Какой образ понравился вам больше, панк или милашка? Пишите в комментарии и подписывайтесь на Лалилу!